Всем доброго времени суток, меня зовут Катерина Воронцова. Сегодня расскажу вам о том, как инструменты Google могут помочь вам в сборе заказов через интернет. Наверняка у вас есть своя личная страница в социальных сетях, либо группа ВКонтакте, через которую вы выкладываете посты и пытаетесь собирать заказы. Я покажу вам, как можно с помощью формы Google собирать заказы через свои личные страницы, либо через группы ВКонтакте. Итак, если у вас есть своя почта Google, gmail.com, вы в нее заходите, и здесь вот в верхнем правом углу видите такой квадратик приложения Google. Нажимаем туда и выбираем Google Диск. Здесь в левом верхнем углу нажимаем на синенькую кнопочку «Создать». Еще. Выбираем Google формы. Итак, нам надо ее как-то назвать. Назовем ее, например, форма заказа. Так, автоматически и тут появляется название. А здесь мы, например, первый вопрос пишем. Хочу заказать. Укажите артикулы, наименование и для одежды, модель, размер, цвет. Один из списка нам здесь не подходит. Скорее всего, нам нужен будет с вами текст, абзац, чтобы можно было написать развернуто. Далее, следующий вопрос, который нам нужно будет уточнить у человека, это фамилия и имя. Ну, там скажем, ваши, фамилия и имя. Так, один из списка тоже не подходит, строка. Следующий вопрос, который нам нужно будет узнать у человека, который оформляет заказ впервые, это его контактный номер телефона. Ну или просто номер телефона, давайте. Ваш номер телефона. Тоже строки достаточно. Следующий вопрос, который нам нужно будет уточнить для того, чтобы понять, какую форму доставки выбрать для человека, это регион. Да, если вдруг человек вам попал из другого региона, город и улица, где вы проживаете. В скобочках укажем для уточнения способа доставки заказа. То есть очевидно, что если человек из другого региона или города, то вы будете оформлять ему скидку для того, чтобы он получал его в пункте выдачи. Если, например, он проживает где-то неподалеку, вы тоже будете уточнять, как вам лучше оформить его, и он получит в пункте выдачи рядом со своим домом. Либо вам проще будет ему доставить товар самостоятельно. Здесь тоже выбираем текст, строку. И последний вопрос, хотя, в принципе, мне кажется, больше ничего нам и не надо. Можно, в принципе, еще вашу e-mail, если нам необходимо будет его зарегистрировать. И дату рождения. Это уже зависит от вашего желания. Для того, чтобы вставить новый вопрос, вам необходимо будет нажать плюсик. Либо, если вы хотите добавить какой-то текст уточняющий, вот нажать на текст, появится текст. Вы хотите удалить, можно удалить. Следующее, что необходимо будет нам сделать, это указать текст, который будет выводиться на экран человека после того, как он ответит на все вопросы. Так, здесь в тексте подтверждения мы пишем «Спасибо, мы перезвоним вам в течение 24 часов для уточнения заказа». Вот как-то так, например, сохраняем. Здесь можно поменять цвет формы, выбрать, например, какую-нибудь картинку.
милую, подходящую под тему. Да, но можно ориентироваться на то, что чаще всего это будут женщины, взять какие-нибудь цветочки. Ну, вот так оставим, например. Следующее, что можно сделать, это некоторые вопросы можно сделать обязательными. Например, ваше имя, фамилия, номер телефона и регион, и улица, где вы проживаете. Если человек не ответит на данные вопросы, то форма просто не отправится. Теперь для того, чтобы отправить ссылку, необходимо нажать на кнопочку «Отправить». Дальше нажимаем на вот такую цепочку, значок цепочки, и выбираем короткую форму. Копируем ее. Все, теперь именно эту ссылку можно отправлять посты в ваших социальных сетях, в группу ВКонтакте, либо на ваших личных страницах. И таким образом вам будет проще собирать заказы. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Ставьте палец вверх. До новых встреч. Пока-пока. You're